Добрый день, дорогие друзья! Школа КБС хочет вас пригласить на очередной семинар онлайн, который будет происходить в Харькове, но все могут к нему подключиться, и новые желающие поучиться нашей технологии. Мы, как всегда, будем изучать китайскую классическую медицину вместе с прикладной кинезиологией. Мы будем изучать новые концепции. Это концепция небесных стволов и концепция земных ветвей. Ну и, соответственно, точки, с помощью которых можно работать с этими двумя концепциями. Ну и, как всегда, топография новых каналов и новых точек.